満開。Передаю всем привет по ту сторону экрана. Значит, лежу я дома, отдыхаю, никого не трогаю, и тут. Мне посыпались разные сообщения и новости о каком-то Samsung-ассистенте. И я сразу же отправился бороздить просторы интернета, чтобы понять, что, или кто, это, и откуда такой бурный интерес к этому ассистенту. И вот что я узнал. Одна бразильская компания, которая принадлежит Samsung, опубликовала на своем сайте арты и рисунки симпатичной девушки. Эту девушку зовут Сэм, сокращенно от Саманты. Изображают ее в джинсах и в поло черного цвета, с надписью «Samsung». Сэм появилась в сети в конце мая, где-то 28 числа 2021 года, а обрела бешеную популярность в начале июня этого же года. Все считают, что Сэм – это трехмерная виртуальная помощница от компании Samsung, но Samsung официально не подтвердила и не опровергла эту теорию. Также есть информация о том, что одна маркетинговая компания, которая опять же принадлежит Samsung, работала в этом направлении, но что создавали и для каких целей опять не уточняется. Арты и ролик, которые были опубликованы, уже удалены с официального сайта компании. Кроме этих данных, других пока нет, которые показывали бы, как работает этот ассистент, и на что он способен. Ну а теперь я отвечу, почему же она так популярна. Сэм очень симпатичная и милая девушка. И поэтому многие умельцы начали активно использовать правило 34. Правило звучит так. Если это существует, то про это уже есть порно. Без исключений. Это самые простые картинки на эту тему, которые я нашел, есть и пожестче. Есть даже короткие видео, где ассистенты используют не по назначению. Также в сети делают косплей на нее. Скажем спасибо девочкам и продолжим. Но больше всего мне понравились мемы и приколы про этого ассистента. Теперь у леди Димитреску есть серьезный конкурент, а у людей и фанатов новая вайфу. Конечно, мне бы хотелось верить в то, что Samsung реально что-то разрабатывает, ведь многие люди писали, что готовы отказаться от Apple и пользоваться Samsung только ради Сэм. Я, как обладатель Samsung, очень жду такого помощника. Пока что больше никаких новостей нет, и сколько ждать тоже неизвестно. Ну а на этом все. Пишите в комментах, как вам Сэм, ждете ли вы ее выхода и вообще, что вы думаете обо всем этом. Посидим, поговорим, пообсуждаем. Еще услышимся. Спасибо за внимание. Всем пока.